Секретарь Орловского регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский рассказал об итогах партийного съезда. Мероприятие проходило в конце минувшей недели в Москве. В работе форума приняли участие свыше 700 делегатов и более 2000 гостей. Среди них и орловчане. Мне отрадно было слышать на этих площадках, что все социальные обязательства государства перед гражданами будут сохраняться. Будут работать партийные проекты и строительство школ. Продолжим строительство детских садов. Ведь от 3 до 7 лет мы очередно сняли, а сегодня стоит вопрос уже от 1,5 до 3 лет. Эта программа будет работать. Также будем капитально ремонтировать школы. В состав Генерального совета партии вошел глава Глазуновского района области, член регионального политического совета «Единой России» Сергей Шамарин.